Березу видишь? Теперь зажмурь глаза. Представь себе, что это ель. Подмени березу елью. Это трудно, но тренируйся каждый день. И тогда разовьешь в себе умение внушать и противнику, и себе, что твое бессилие – это твоя сила, твое непобедимое оружие. Миллионы людей увешаны оружием с головы до пят. Они кажутся себе всесильными, но они сразу теряют все свои боевые навыки перед безоружным, потому что у безоружного выбора нет. Подумай об этом.